Ваша микроволновка покрылась толстым слоем нагара и жира, и вы не знаете, чем ее очистить. Перепробовали уйму советов, рецептов, как народных, так и магазинных чистящих средств. Сегодня мы с вами разберемся с новым средством производства Италия и сравним, что лучше, народное средство либо магазина. Погнали! Здравствуйте, дорогие друзья, на канале Двойная порция. Сегодня мы с вами не то чтобы будем сравнивать магазинное и народное, а будем их использовать параллельно. Сначала мы с вами нальем кипяточку в обычную такую пиалушку. Вот столько нам будет с вами вполне достаточно. Открываем нашу микроволновку и видим там чудовищный нагар и жир. Со всех сторон все грязное, все пригорело, везде остатки еды, пищи. Все это черное от использования гриля, все это сгорело, пригорело. И как это чистить, вообще непонятно. Просто ставим воду. Не нужен никакой лимонный сок, ничего. Просто обычную воду, горячую. Закрываем микроволновку и ставим на 5-6, допустим, минут на высокой мощности. Микроволновка после того, как поработала 6 минут, постояла еще примерно 5. Все, открываем. Посмотрите, здесь уже прям все раскисло, я прям вижу. Все сухие остатки пригара еды растворились. Воду мы с вами горячую убираем. И получаем вот такую вот готовую к очищению микроволновку. Очистить мы будем ее чистящее средство для СВЧ-печей. Для микроволновок. Производство Италия. Все, что нам интересно, можно посмотреть на обратной стороне. То есть вот так вот этикетка расклеивается. Здесь вы можете почитать. Как водится, его немножко встряхнем. И давайте прямо так вот распылять на нашу микроволновую печь. Все, вот таким вот образом. Как написано в инструкции, нужно распылить и подождать некоторое время. Минут 10-15. Сначала возьмемся за зубную щетку и попробуем почистить ей. Снизу довольно-таки хорошо и быстро вот этот жир весь отмывается. С учетом того, что мы все с вами, так сказать, разогрели, растворили. Все, далее, посмотрите, вот прям куски еды отходят. Как ни странно, по ощущениям, средство просто моментально растворило весь жир. И просто вот, грубо говоря, на глазах мы с вами сейчас все вот это и отмываем. Посмотрите, прям видно, как жир весь очищается. Пригорелая еда тоже вместе с ним. Размочили весь все паром, а потом начали чистку. Посмотрите, просто идеальная дверца без каких-либо капель жира. Сейчас осталось его промыть просто чистой водой, и все у нас будет замечательно. Здесь мы с вами делаем все абсолютно то же самое. Микроволновка уже постояла какое-то время, пока мы чистили дверцу. И сейчас мы с вами приступим к очищению самой микроволновки. То есть можем как губкой, так и, допустим, щеткой. Да? Вот эту вот щетку мы нанесли средство. И вот таким вот образом все, где тяжело достается. И вот таким вот образом все мы с вами очищаем. Средство довольно хорошо чистит, кстати говоря. Заказывал я его на Яндекс.Маркете. Ссылочку оставлю в описании. Если оно еще есть, то ссылочка обязательно будет в описании и в закрепленном комментарии. Вот здесь вот, конечно, сложнее всего очистить. Вот здесь вот. Потому что здесь гриль, здесь все это пригорело. Это такой дикий пригар. И сейчас мы все это попробуем почистить данным способом. Здесь уже нужна артиллерия посерьезнее. В данном случае будем использовать жира нет. Также можно заказать на Яндекс.Маркете. Ссылочки оставлю в описании. Если его там нет, то в любом магазине Fix Price, Пятерочка, по-моему, они представлены. Черная жижа сразу течет. Кстати сказать, не вздумайте чистить алюминий. Если будете чистить алюминий, то все побелеет и испортится. Раз. Щеткой вот этой вот два. И все у нас моментально очищается. Все, и щелочную химию вот так вот губкой прям сразу все убираем. После того, как мы с вами смыли всю щелочную химию, берем вот так вот обычный 9% столовый уксус. Вот так вот. Чуть-чуть на губку намали, набрызгали. Все, и вот так вот. Все, и все плоскости, которые были подвержены у нас очищению щелочью. Вот таким вот образом все мы с вами протираем уксусом. Немножко, не надо тут заливать прям всю микроволновку уксусом.
Все, теперь окончательно протираем все сухой тряпочкой. Вот так вот. Вот здесь внутри. И вот такой вот интересный тест-обзор у нас сегодня получился. Тестировали мы средство итальянское VP Pro или W Pro для микроволновых печей. Средство идеально справляется с нестойкими, не пригоревшими, не черными такими загрязнениями. То есть, если у вас микроволновка будет очищаться хотя бы раз в месяц, и у вас, допустим, нет гриля, от которого все пригорает намертво, то данного средства вам хватит на несколько лет для безупречного очищения, буквально за 5 минут, запаха нет. В принципе, одни плюсы. Просто побрызгали, подождали 10-15 минут, протерли тряпочкой, все чисто. Если у вас гриль, то можно использовать вообще самое дешевое средство, жира нет, свежинка. Вы сами все видели, все очистилось, жир вот этот и нагар, который черный, весь отвалился. То есть два средства, которые справятся с самой грязной микроволновкой буквально за 15-20 минут. Вот такой вот интересный тест-обзор. Подписывайся на канал, ставь лайки и пиши комментарии. А ссылочки на данные средства я оставлю в описании и закрепленном комментарии. Пока!